Я понимаю, что я очень хотел обсудить проблему с машиной. Что у нас 4 слота. Давай обсудим. Блять! Что было? Мы не слышали. Пакетик как будто зашуршал. Да-да, блять, пакетик. Я думал, это кто-то магазин. Чинк! Сделал. Вот так вот? Да, было. Сори. На аэропорту замес. Да, вот так и было. Вот так было, да, ебать. Я толстею просто. Все нормально. Вы слышите, как я жирею, все нормально. На аэропорту замес. Мы прям за Максимом или в объезд будем заходить на Airstrip? Что такое в объезд? Ну, в объезд, палатки. В объезд или за Максимом пойдем прямо? Никого пока вообще нету. Объединимся. Блин. Направо сейчас, направо. 300 тут? Метров до палаточного. Угу. Да. Я проехал, получается. Проехал, да. Либо разворачивайся. Там еще есть где-то? Нет, нету. 600. Ну, очень далеко, пиздец. Очень далеко есть, да. Поворот не мог затормозить, я 600. Страшного. Так, тогда сейчас бери. А, ну ты, наверное, помимо, да? Налево. Потом прямо еще раз налево. Вот тут налево, да? Налево, да. Да. Асма, ты закрыл машину, да? Я не закрыл. Есть палаточный городок, люди. Метка будет сейчас актуальная стоять. Блять, ее его нет на этом. Ну-ка проверим. Нет, левее. Вот здесь, следовательно. Семена нет, тыквы, правее. Если что, здесь. Вот здесь осторожно. МБ. Да, вот. Маркер 2. Посередине. Я поставил 3 маркера, один из ты них. Ты поставил его пати, мы его не видим. Лично я не вижу. Пати? Как его поставить пати? Там галка есть пати, когда ставишь маркер. Понял. Пати маркер. Хоп. Ну, теперь вижу. Только у нас наименований нет, только Максин маркер, все. Да. Перед этим маркером есть палаточный городок. 300 метров от меня. Там чувак. Один? Я видел только, как пробежал. У меня тут хуево видно, но я видел, как он пробежал. Голожопик, нет, не знаю. Это был силуэт. Заливаю себе второй физрастор пока. Ты уже почти... Должно быть фуловым, да. А я нормально. Дальше дохилит. Да. Затаились, ебать. Вроде только что его видел. Но не факт, сейчас присмотрюсь. Да там где-то. Там, где со стороны диспетчера где-то хуярится. Повторка где-то даже. Даже дальше. Диспетчер. Есть, он там с рюкзаком большим убегает вроде от нас. Угу. Направо, налево? Нет, вправо бежит. Вправо вижу, бежит, зафиксировал, да, вижу. Я буду работать его. Давай. Удобно вообще. Вроде координация. Не вижу его. За камнем. Слева. Ты по нему стрелял уже? Я вот то, что с бар это хуйнули, это не очень хорошо, я меняю позицию это теперь. Я с глушителем просто, ты пришел на мою позицию и запалил ее. О, я бля, и куда теперь? Сделан, я решил твою позицию пострелять. Нет, просто, это, просто это замечательно. Да я уйду сейчас когда... другую стрельну там. Да, просто, я уйду другую и стрельну там. Все нормально. Там труп, по-моему, под самолетом лежит. Да. Хуярит, будь здоров. Он стреляет, этот как, короче, как болельщики, да. Да. Асма не под самолетом убил. Нет, я убил у камней. Под камнем убил. Вижу, по центру аэрострипа бежит прямо. Прям по взлетке бежит. Но он бежит, так он не будет, наверное, открывать. А кто хуярит только что? Да, все тот же дурачок, видимо. Надо мной свистело, блядь. По центру взлетки подбежал, под высокие камни такие встал. Ближе к нам? Сейчас, да. Не-не-не, вот где-то... Я попробую дать метку примерную. Вот где-то здесь, наверное, да? Ну-ка. Я вам воткну сейчас метку на типа. Вот здесь есть камни. Какого-то. Вот здесь чел на этих камнях. Нет, не то. Отмена, не та метка. Такая же, да. Вот я примерно ударите, тоже... Ударите мою метку, пожалуйста. Я хуйню сделал. Алькор говорит, что там где чел есть. Я примерно туда и поставил, да, туда, там два чела уже, значит. Дальше, один... за стройкой есть камни здоровые, вот на этих камнях пляшет чел. Камни, за которые... Стройкой. За стройкой есть огромные камни, вы их еще не видите. Вижу. Да, я знаю. Я понял, это которые внутри взлетки, правильно понимаю? Да. Тогда, возможно, я твоего чела видел, он убежал с этих камней дальше на, получается, налево, через взлетку, угу. Вот куда ты... Да. Я пошел свою цель вот эту, да. Давай. Так поставить. Вот примерно вот маркер дал на эти камни, которые еще два таких скалы. Он примерно туда побежал, в здание рядом.
Вижу, в здании. Диспетчерка, что? Под не совсем диспетчерка. Два этажа. Двухэтажечка, да. Двухэтажечка, и сверху, знаешь, такая хуйня стоит маленькая. Да, да. Коморочка. Да, да, понял. Фиксирую это здание. Которое ближе к большим двум камням, скалам. Не к диспетчерке ближе. Цвет. На самую крышу выбрался, на самую крышу выбрался. Он ходит прям по крыше там. Медленно ходит по крыше. Я не вижу. Попробую его сейчас это. Какая крыша? Или не пробовать. Крыша какая, повтори. А, вижу. Дальняя крыша, да, видишь? Работаю. Попробую его. Сейчас тоже поработаю, да. Крадется там что-то, блядь. Хит. Он, я он умер, походу. Нет, он не умер, походу. Вот именно, что он не умер, походу. Я ему куда-то зарядил, блядь, верхнюю часть. У меня кровь вылетела и сразу. Да, да. Но он, походу, жив еще. Мне кажется, он после выстрела прицела вылетел. А ты тоже стрельнул по нему? Да, но из глушителя. Я тоже. Так ему пизда, наверное, блядь. Не, я не попал, скорее всего. А, я прям ему хорошо дал. Да, ты прям отлично. Я прям в мясо ему. Одновременно выстрелил, как спецназ, блядь. Еще забегает, еще забежал, в то же самое здание забежал чел. Там, где на крыше, да, было? Да, там, где на крышу. Но я не видел. Вижу, он вышел на крышу. По крыше. Он голый, это ты его убил, он сам себя лутает. Да, нормально он заспавнился. Пиздатый, я бы даже сказал. Ебать. Я бы даже не успел туда добежать, скажу тебе честно, за все это время. Спавн это что надо. Забавная хуйня, что он, блядь, заспавнился сразу же здесь же и прибежал же сюда же, блядь. Бегает на этой... для диспетчерской, прям вот, которая около большая? Стройки. Трехэтажная, да. Он в ней? Четырех даже, да, да, внутри на автодрома. Вижу, третий этаж, этаж, вижу третий этаж, да. А, синий рюкзак. Вижу наверху, да, на наверху. Самом. Это он же, это тот человек, который под стройкой был. Лег или спускается, непонятно. Вижу его, справа маленькое окно было, третий этаж. Второй этаж. Бегает там. Вышел на улицу. По улице, с той стороны. С стороны Красностава. Рестарт, после рестарта поменяет. Баганул опять. Вижу, он на втором этаже бегает. На втором этаже диспетчерки? Да. А я могу попробовать? Я думаю, может зарашить? У меня пулемет все-таки. Хуя. Ну или ближе подойти. Может остановиться? Стреляешь, по-моему. На, готов. Ебать, там брызнуло нахуй. Он мертв? Да, он мертв. Ну я пошел смотреть. Бать там брызнул. Он еще может быть даже живой, кстати, я так скажу. Но ты ну, то есть, он без сознания, да. Он лежит. Ему хуёво. Там как будто с топором Максим стоял за углом, блядь, у меня только кровь брызнула уже. Он забежал за угол и... Да. Стоит пойти запушить, интересно, факторку или не стоит? Не стоит. Я налутался. Че, у нас тут движ. Я вижу. На я повторке? Не... Нет, слева за камнями, блядь. Возможно, чел меня тоже увидел. Я бы сказал, там 400 метров. Близко к повторке, да? Нет, слева там далеко. Там, где камни, блядь, ангар, вот эта вот вся хуйня. А, совсем далеко. Бля, метров я правильно посчитал. Повезло ему, что он ушел. А, метка, ну, примерно вот тут, наверное. Да, вот прям идеальная метка, там камни. И наверху на этих камнях был чел. С оружием, с хорошим оружием. Можем уходить. Да? Когда, может, это и этот был? Ну, типа, кто-то еще пойдет лутаться внутрь? Нет, уходим. Ну, можете ходить быстрее, просто у меня, всё, допустим, пошел. Полный. Окей, я пошел тоже. А, ну, может, тогда свалить, полный. Окей. Максим, я знаю, ДВЛ-ка там есть, типа это 10, восьмерка, 10 тире. Да, на вторую машину как раз то, что нужно. Я еще МК-17 нашел. Да, это место гораздо симпатичнее, скажем так. Чем северный, да? Да, тут я прям ебашу во все стороны. Ну так и там у Димы тоже можно смотреть. По крайней мере, снайпер актуален. Да я бы, если бы Дима там не стрелял с бара, то я бы там и остался, кстати. А место пиздатое, да. Да просто ты стрелял, тоже захотел. Ну я-то с глушителя стреляю. Чё, думаешь, ты из-за этого лучше меня стал, да? Да, я думаю, что просто я не привлекаю внимания к позиции. Да я думаю, ждал, как оно ебанёт. Ну это у тебя баррет, блядь! Чё, где взрыв? Чё, у тебя баррет, блядь, естественно, там ебанёт. О, наконец-то сейф-зону засчитала. Там сейф-зона 20 метров. Да нет, 200 где-то. Нихуя!
Я когда заходил на Гринфорест, у меня сейф зону включалась только. Я могу найти ключ. Нашел. Похуй, еду. Багажник. Закройся, блядь. Ой, блядь, нас не перестреляло, не перестреляли люди, так машину убило. Их же боялись даже эти, да. Это машина. Это ОПГ боялся даже чеченцы. Продавай ее сразу. Ну, она загружена, это что? А, ну да. Я ничего не боюсь, да. Но это хрень, эта хрень меня пугает. Наоборот, я продал бы. Тут уже заебешься искать. Если мы прямо вот здесь нахуй сейчас закопаем, нихуя не найдут, я уверен. Ну, блять. Я уверен наоборот, что найдут. Мышь найдут. Ну, вот конечно, уже... какая-нибудь рандомная уже... шляпа будет бежать. О, вот же ориентир, чел. Бля, я... у меня все равно не проходит эта бактериальная херня. Вот здесь вот хороший, ебать, вот этот. Да, да, я же говорю, это охуенно. Да, вот здесь вот, вот под вот этой вот. Окей, хорошо. Можно еще и вот здесь, например, тоже. Ну нормально. Да. Или вот здесь, вот короче, здесь. Я купил всего, что можно. И витаминов. Да. Ты уже, блядь, потерял достаточно хп, я тебе так скажу. Кто-то бежит. Стой. Нет, никто не бежит. Я на панике чисто. И на карте сейчас глянем друг на дружку. Да, отличное место, слышь, отлично. Ебать. Ты где-то тоже 25% хп залил. 25%? Да, где-то так. Не, ну 20, не, ну 20, надо. 20. Да. Бежит чел. Где? Ёбнул его. Максим, как ты вообще, блядь, разглядел что-то в этом смраде просто, блядь? Я не знаю, сколько там. Это я поработал. Я понял, ты прям над духом у меня свистишь. Я пойду назад отойду. Чтоб меня обошли. Я бы очень не хотел умирать. Я не знаю, живой он или нет, понимаешь? Давай, а я проверять, я не очень тебе советую. Я покручу. А где он был? Дай метку, пожалуйста. Прямо вот перед нами. Вот прямо перед нами дерево, блядь, 30 метров. А, вы так близко, нахуй? Да. Копаем. Вот ты прямо идешь к нему. Слева тебя. Где он? Ну я тебя прикрою, как смогу. Вот прямо ты по трупу ходишь, на меня, посмотрите, это там труп вот. Где-то вот, ты бегаешь по нему. Вижу, умер. Ух, ебать, залутаешь нахуй. Нормально, да? Никнейм посмотреть. У него Орсис. Нормально. Никнейм. Да скажу. Зря сел. Или надо сесть. Лорд Шогуки. Шогук. Так ложись, тебя там не видно. Если ты лежишь, тебя не видно, ты это знаешь, я тебя вообще не вижу сейчас. Ну, бронежилет ты ему в труху. Ну, во что ты хотел? Ничего, это понятно. F2000, FN2000. Ну, блядь, такой себе на самом деле, блядь. Ну, Орсис есть уже неплохо, грузи его на. Что мне делать, если у меня не проходит эта бактериальная? Блядь. Она пройдет, просто она пройдет со временем, Асма. У тебя уже скоро половина хп будет, да? Сейчас уже все 30 потерял процентов. Типа я съел все таблетки, которые есть в магазине. А ты их в сейф-зоне ел, такой вопрос? Не, и в сейф-зоне, и вне сейф-зоны. Примерно вот здесь. Там диспетчерка, и слева от диспетчерки этот чел в здании. Я больше его не наблюдаю. А, вон, вижу. Видишь чела или нет? Двухэтажное здание видишь, да? Метку вижу. Ну вот здесь он где-то. Вот это прям метка на двухэтажное здание, да. Он вышел слева от здания, убегает. У него в руках какая-то хуйня, шкура какая-то. Он под ангарами. Под ангарами у меня? Да, дальше. Но он без оружия. Он там на корточках бегает. Вот там слева. О, он убегает от тебя. Слева, смотри, слева, по взлетке. Прямо и слева. Прям, блядь, ты его должен видеть уже. Не? Не вижу. Он, блядь, его прям вот со стороны скал этих ебаных. Левее только чуть. Вон он, блядь, стоит. Не вижу, Максон, честное слово, упор. Понял. А, там вон, двое, вижу. Там двое. Вижу, двое. Двое? Они какие-то хуёвые, блядь. Они там один со шкурой, другой с какой-то хуйнёй вообще, блядь. Нет, там один с гиликом. С гили на оружие. Вижу, там ты их гоняешь. Один убежал там дальше. За здание, да. Одного, не знаю, положил, нет? Нет, трупов не вижу. Один убежал за здание, другой налево куда-то побежал. Нет, в одного я прям попал. А, даже так? Пойду посмотрю.
Я не могу. Да, один мертвый лежит. Один лежит дохлый. Один за зданием. Один за зданием, двухэтажным, где ты видел, Асма, типа. За ним, да? Все понял. Сейчас назад в елки сяду. А что ты за что они в гиле? Они же, блядь, какие-то кепки. Не-не-не, кепка во втором. Вижу. Он уходит, он залез или. А, это зомби, блядь. Извините, зомби просто так паркурил. Не, там у него просто гильяное оружие было, видимо, нашел. Один с каким-то чемоданом, как по мне, там бегал, а другой там. А, он внутри, я вижу, бегает. Внутри здания, да? Тихо, у меня в радиовышку заходит цель. Большая радиовышка, да? Да, большая радиовышка зашла, цель. Я не успел. Хорошо. Я прослакал, блядь. Он в гиле с двумя оружиями зашел внутрь. Понял. Так, я переобуваюсь на позицию тогда. Сколько там до этой вышки, блядь, у меня? Метров, блядь, 650. На... По челу в здании вообще без инфы, сразу говорю. Ну, я понял. Радиовышку смотрю. Ну, вижу только третий, второй этаж. Вижу его в здании. На втором этаже максимум здания, если что, сидит. Понял. Прям с твоей стороны в окна. Не, в окнах не вижу. Вижу все окна, его не вижу, представляешь? Поставлю тяжелый прицел, сейчас опять попробуем что-нибудь придумать. Это я. Вижу его на втором этаже. Сам на тебя выходят окна, которые посмотрят на корчиках там. Лёг, выглядывает. Убил? Нет. Сука, присел! Он присел. Да, видел. У меня прицел, у меня пушка. Ушел. У меня ушел в другую комнату. У меня пушка не точная для такой стрельбы. Опять зашел в эту комнату. Сука, блядь. Блять, короче. Теорин должен. Что происходит? Ты пушишь его собрался? Нет, я перезаряжусь. На крыше он. А, ничего зомби, не на крыше? Зомби на тебя идет. Он там стоит в лестнице, я видел только что, он был на крыше. Ну, на верхних этажах я тоже видел. Собирался выходить на крышу, но не вышел. Бля, хочу его запушить, он без оружия бегает голым. Так поди и бани его. Я просто боюсь, чтобы меня в спину не наебашили. Не должны. Чекайте диспетчерку, я бегу. Да диспетчерка никто не высовывается. Ебать, ты грозно заходишь. Ну, конечно. Come on, boy! Get your ass down here! Ебать. Пошел нарёт. Пошла аж доминация, упал. Нахуй. От бедра его хуяли. Да, я понял уже. Сейчас бы его найти еще. Он там был на лестнице, которая на крышу ведет. Да, я вижу. Слышу, точнее. Это ходит. Снизу зомби под тобой ходят еще. На втором этаже его нету, значит он на третьем. Шмальнуть на третьем? Там у тебя могут с радиовышки, да, снять. Шмаляю. Он уже внутри, вот я стреляю. Блять, у меня глушитель сломался. На радиовышки сверху. А где я его не вижу, Максим? Он спустился. А что у меня, блядь, случилось? У меня поврежден глушитель стал, я стал громко стрелять, слышали, да? Да, сломался, да. Нет, поврежден стал. Его нет там? Он релогнулся? Не знаю. Он релогнулся, все получается. Нет, я слышу, как кто-то ходит. Это зомби под тобой ходит. Нет, это шаги человеческие вроде. Ты на крышу выходил уже? Он нет, должен был. Не выходил. Я просто очкую на крышу выйти, чтобы с диспетчерки не сняли. А, нет, это хуйня. Где ты, блядь, черт ходишь? Бля, глушитель повредился. Нет его на крыше. Что за хуйня? А где он, блядь? А у меня есть еще один Universal. Я второй одел. Я запасливый, блядь. Я меняю позицию, потому что я тут запалился. Это зомби. Вызывай хуй, Бакардос, у нас там на диспетчерке есть клоун один. Да, ну ты что, релогнулся, правда, что ли? Да, походу релогнулся, потому что по-другому быть не может. Пиздец, блядь. Все остальное я бы увидел. Ебать, представляешь, он сейчас будет в очереди сколько стоять?
Он вышел на улицу, слышишь? Точнее, на этот, на вижу, балкон. Вижу, вижу. Убил его. Понял, блядь. Может, сработаешь по нему, не? А, он зашел на него. Ты делал, блядь, в этом. А он в текстуру, что ли, улетел? Походу. А, да, в текстуру улетел. Да, у меня тут поезд в Пусан дальше не идет. У меня закончилась зеленка, нахуй. Поезд в Пусан. Я тебе побежал по зеленке, она закончилась. Дальше смерть, если я пойду. Это будет чисто поле. На каком этаже ты ёбнул? Он снаружи вышел. Понял. Того, что я видел, на третьем этаже, там, где чел байтил. Этаж чувака, который байтил. Значит, у нас две цели, как и говорили. Окна на бакардос выходят, блядь. Видел только руки. Я в луке застрелил. Молодца. Бля, была бы гранатка. Бля, у меня есть куча дымовых, кстати. Охуеть, очень большая куча дымовых. А нахуй они что, они сделают, выкурят его? Нет, хотя, я бы на труп чё? Бросил, блядь, ты бы спокойно да. Залутал под дымом его. Блядь, ну это, в следующий кстати, раз возьмешь, нет. Ладно? Ну, а говоря, давай я бакардоса, тебе... у тебя есть тоже дымовые, нет? Нет, нет, у меня ни одной, к сожалению. Ко мне долго очень бежать. Вижу, ты пошел, да? Что у тебя тут молодой? А. Бля, опасно так, конечно. Пиздец, вообще опасно. Че, он, блядь, он пустой, нахуй. А что у него в руках? Че? У него, блядь, в руках я не разделал его. Самое время разделать, как помню. Это глики, блядь, какие-то. КК, ПДВ, блядь, Savage Stevens, нахуй, ХК 416 только есть. Блядь, бомжи какие-то. Ну, либо один бомж. Но я то, что в руках, я не видел, не рассмотрел. Ну так что, все в машину? Да не, ну что... Ну не штурмовать же его там. Ну это тупо. Гранатами ну, махнемся, потом на другую поедем какую-нибудь. Ходи тогда по гордосу туда. Да, я сейчас облутываю тогда эту казарму и отхожу. Посмотри на меня, Асма, я посмотрю на тебя. Поцелуйтесь. Да, ты для меня за кустом. Нет, мы видим друг друга хорошо. У меня за гранью видимости. Ты, блядь, у меня прям... А, тупо, я прям тебя мог захуярить сейчас. Хожу в сторону Аспов. Здесь пещерку надо тогда полить. Ну, это какие-нибудь приемчики подглядеть, как быстро лутать чуваков в Дейзи. Два раза да, прокликивать. Два не, раза это прокликивать. Понятно. Ну там скидывать свой рюкзак, подходить, забирать его рюкзак, понял? Вот такое, чтобы не ебать, не да, перетаскивать, да. А такие типа лайфхаки. Вместо под вторую пушку освобождать, скидывать свой рюкзак и брать его рюкзак. Подходишь, взял пушку, взял рюкзак, побежал. Осталось там только разгруз до штаны. Освободил рюкзак, потом вернулся, забрал штаны, забрал его этот рубашку и съебался по новой. Что делаете? И башим в Дейс. Дейс? Я надеялся ходс, ладно. Давай. Все, мы уходим? Да. Окей, мы уходим. Поворачивайтесь. Я уже... Ты ушел, да? Где удочки я смотал. А, вижу. Мы доедем до этого, до трейдера. А тебе надо? Ну, типа, патрончиков 308 бы купить. Ну ладно, доедем. Или сразу поедем куда-то. Да давай заедем, еще возьмем патронов. Гранат дымовых тебе дам. Давай.